Sony Alpha 7 – это первая в мире беззеркальная камера с полнокадровой матрицей. Модель по-своему революционная. Дело в том, что до недавнего времени беззеркальные камеры, или, проще говоря, системные камеры, воспринимались фотографами исключительно как любительские модели, но теперь все изменилось. Полнокадровая матрица позволяет раскрыть весь потенциал сменной оптики, делать снимки с размытым задним планом, боке. Разрешение матрицы Sony Alpha 7 – 24 мегапикселя. Этого достаточно для получения высокодетализированных снимков, в том числе при съемке на высокой чувствительности. Камера оснащена байонетом Sony E. При этом вы можете использовать с ней все три современных типа объективов Sony. С неполнокадровыми объективами Sony E камера будет работать в режиме APS-C. С новыми полнокадровыми объективами FE получится достичь наилучшего результата, используя всю площадь датчика изображения. Обладатели оптики с байонетом A смогут установить ее на эту камеру при помощи специальных переходников с сохранением полного функционала объектива, включая автофокус. Вместо применяемого в классических зеркалках оптического видоискателя здесь используется электронный. Благодаря высочайшему разрешению 2 400 000 точек изображение в нем не будет уступать тому, что вы увидели бы в оптическом видоискателе. Зато баланс белого и экспозицию будущего кадра можно увидеть еще до съемки, а это огромный плюс. Строить кадр можно также при помощи дисплея. Здесь он имеет наклонную конструкцию, так что снимать удобно как с нижней, так и с верхней точки. Разрешение дисплея также на высоте 921 тысяча точек. Мне очень нравится конструкция этой камеры. Держать ее в руках – одно удовольствие. Корпус выполнен из металла, он приятно холодит руку. При этом камера не слишком тяжелая, чтобы не отягощать фотографа, и в то же время не слишком легкая, не кажется игрушечной. Управление очень продуманное. На корпусе множество кнопок и селекторов, отвечающих за те или иные функции. Но главное, большинство органов управления можно перепрограммировать. Sony Alpha 7 – это очень быстрая камера. Скорость серийной съемки составляет до 5 кадров в секунду. На высоте и характеристики видео Full HD ролики можно записывать с частотой до 60 кадров в секунду. И, конечно же, как все современные устройства, Sony Alpha 7 имеет Wi-Fi интерфейс. С его помощью можно обмениваться снимками между устройствами, дистанционно управлять камерой при помощи смартфона или устанавливать приложения, которые расширяют функционал фотоаппарата и открывают фотографу новые возможности.